Пройти диспансеризацию раз в 3 года могут все граждане старше 21 года. Страховая компания «Симосмед» за 10 месяцев 2017 года оповестила о необходимости прохождения диспансеризации около 157 тысяч человек. Для нас очень важна обратная связь. И с теми, кто не прошел диспансеризацию в этом году, мы проводим телефонные опросы. И проводим их, конечно, не для галочки, и прежде всего для того, чтобы выяснить, почему человек не прошел диспансеризацию в этом году. Может быть, не хватило времени, может быть, возникли какие-то другие трудности. Для того, чтобы, выяснив вот эти проблемы, совместно с территориальным фондом обязательного медстрахования, совместно с Министерством здравоохранения, разработать и предпринять какие-то меры для улучшения посещения диспансеризации уже в следующем году. Кроме того, я хочу сказать, что у нас на сайте, на нашем сайте разработана система под названием «Servitium.net», которая позволяет каждому застрахованному посмотреть свое лечение, посмотреть свою диспансеризацию, ответить, работает система «Вопрос-ответ». Пожалуйста, регистрируйтесь, пользуйтесь помощью. На конец ноября 2017 года специалисты компании «Симосмед» обзвонили почти 6,5 тысяч застрахованных. Среди опрошенных 95 человек сказали, что их не устраивает качество медицинской помощи, и они пользуются диспансеризацией в платных лечебных учреждениях, в платных клиниках, где тратят свои деньги. Около 3000 человек обещали пройти диспансеризацию в этом году, но время уже поджимает, и с такими людьми мы связываемся дополнительно, объясняя им, что если они не пройдут диспансеризацию в этом году, они утратят право на прохождение бесплатного медицинского осмотра на ближайшие 3 года. В этом году пройти диспансеризацию имеют право граждане, чей возраст делится на 3 без остатка. И нужно поторопиться. Бесплатно провести диагностику своего здоровья застрахованные, кому диспансеризация положена в этом году, могут до конца декабря. Анализ работы страховых представителей страховой медицинской организации «Симосмед» за 10 месяцев 2017 года говорит о том, что люди стали внимательнее к своему здоровью. Из 157 тысяч проинформированных о диспансеризации около 130 тысяч в поликлинику пришли.